теперь насчет дурдома. Дело в том, что я это одну проблему с мусором, с отходами обозначил, шашкой махал, к президенту обращался. Вот. Правда, он меня раньше не слышал, и никогда не услышал. Я это знаю. Но дело в том, что вы поймите, представьте себе петуха, который на рассвете не прокукарекает. Даже если не наступит день, даже если что-то случилось там, какие-нибудь катаклизмы в космосе, он все равно должен прокукарекать, и я должен прокукарекать. Вот эту фотографию, она мне попала случайно. Я показывал, когда деревьям 50-70 лет, так, это даже не сквер, это чистый лес. Это не сквер. Какой же это сквер? Подростков сколько? В скверах не бывает, это все вычищается. Вот. Какой-то идиот дал им команду собрать листья, якобы это, мы спасаем деревья от, ну, вы же стандартную фразу знаете, от вредителей, которые живут в этой самой траве, в этом подножном явлении. И вот они с мешками, и вот они, и их бы занять, но если похудеть только, потому что сидячая учеба за партами, чтобы не сильно, но могли бы получше занятия придумать, более полезно. И вот тогда я взял и написал: уборка скверов, тупость и глупость городских властей. Я обвиняю в этом всю Россию. Хотите? Хотите, нет? Внимание! Я сам был в шоке. Знаете, каким я был в шоке? Сейчас. Посмотрите. Это, ладно, абакан. Вы понимаете, сейчас у деревьев, вот он, абакан, готовится к зиме. И вот перед зимой, так, убирают верхний слой, защита от морозов. Но это дикоросы, они могут еще и выжить. Дикоросы тоже болеют, вы знаете. Вот. Глупая, идиотская работа по ограблению деревьев. У них их отняли, их еду. У деревьев, вот они не понимают этого, городские власти. Там нет нормальных людей-то. Их нет в России. Я имею в виду, что службы по озеленению. Вот. В каждой администрации, в крупных городах есть целые отделы. А у него что есть в руках? А у него есть в руках диплом эколога, агронома, как еще называют, биолога. И они сидят в этих кабинетах и говорят: ребята, мы пойдем поднимать народ на спасение. Вот, чтобы вот это все сделать, это ж надо иметь какой-то высший смысл. Почему? Сейчас я попробую по-другому. Введите запрос. Фото. Уборка. Я хочу, чтобы вы... Где уборка скверу? Я хочу, чтобы вы ужаснулись вот этим фотографиям. Нет, не тут. Скверы и парков. Вот они. Вот это вот этим занимается вся Россия. Вот это вот все. Вы понимаете? Оно. Я когда полистал это все, я пытался найти мусор. Вот, но я понимаю, убрать бумажки, убрать полиэтиленовые пакеты, убрать бутылки после пьянок. Но, вот эту вот работу, да, вот эту вот, она не только не нужна, она вредна. А занимается этим весь Совет, я уже второй раз гигантскую проблему поднимаю, чуть не сказал, весь Советский Союз. Да считайте весь Советский Союз. Кто-то считает, что это красиво. Вот такие вот дорожки, вообще все это красиво. Чушь собачья, вы деревья ограбили. Караул, вы не понимаете, как могло случиться, что в 21 веке этого не знает никто, начиная с президента Академии наук. Не знает это министр науки и высшего образования. Это его ипостаси. Не знает вся Академия наук, не знает никто. Нет, администрация президента не знает. Минсельхоз не знает. Экологи не знают. Было несколько робких попыток экологов Москвы защитить вот это все. Это было. И даже появлялись эти, как их называют, публикации. Московская газета. Экологи проиграли битву.
Как они могли проиграть битву? Они должны приказать запретить. Значит, экология у нас на втором плане, и никакой она власти не имеет, и делаю, что хочу. Вот этот идиотизм, самый настоящий, за что они деревья-то издеваются? А? Кому я обращаться? Я уже сколько раз говорю, я всегда к президенту. Нету человека, как меньше его, который бы заступился за эти же деревья. Это не красота. Вот это то, что вы видите, ребята, это не красота. Это уродство. Это убожество. А это надо в школах проходить. Не смейте. Это листья, а это не мусор. Вот. Ну, так посмеяться. Вот это-то зачем? Я в своем городе это вижу. В Абакане я вам показал. Вся страна. Это, если бы это все на хорошее бы дело направить, ведь это усилия, их можно в каких-то килограмметрах, эти усилия, это самое, каких-то джоулях, это гигантский труд, ненужный, но мало того, что ненужный, вредный, бесполезный, глупый, опасный для деревьев, потом деревья в городских улицах, их еще умудряются в бетон закатать, их умудряются в асфальт закатать деревья. А потом они падают, машины давя, еще заодно людей. Мальчик раздавили, женщину раздавили, вот, после каждого урагана. А деревья, оставшиеся без еды, они беззащитны. А хоть один эколог об этом знает. Ну неужели трудно все это перестроить? Ну и кому я обращаюсь-то, а? Но если бы я молчал, видя вот это все, я когда вот это глянул, я же не каждый день этим занимаюсь, буквально не каждый день, да. Если бы я, ну когда я вот это вот начал листать, вот это вот, вот, я пришел в дичайший ужас, что вы творите? Караул, грабеж. А начинается все вот с этих самых фей, кандидаты наук, которая на всю страну пропагандирует вот это самое. Грабли и убрать листья. В 21 веке, год-два назад всего. Научили. Люди смотрят, миллионы смотрят, как это, якобы специалисты. Они тупые, эти специалисты, они, у них учителя такие же были. Убрать листья, там же, там якобы эти самые. Зимой это вредные насекомые. Ты встань на колени, ты покажи мне это вредное насекомое. Я становлюсь, выгребаю, но я вижу, там бегают мурашки, жучки бегают. Но там экологическое равновесие, там кому надо, все друг друга сами сожрут. Вот такой у меня день сегодня задался. Как докричаться, а? Фу. Знаете, чем хорош Абакан? Вы ничего не заметили? Я единственный, который все замечает. Сказать? Я не знаю, благодаря чему это. Я тут не я. Вот. Деревья перестали белить. Я видел побеленные деревья в Абакане. Вот. Ну, по крайней мере, абсолютное большинство не беленых. Кто распорядился? Нет, не хватило это. Самое... Звездки, не хватило рук. Вот. Да горожан так заставляет. Они вот после работы вот, постоял у этого самого, возле плиты, возле печки, возле сидя с трактора слез. А тут говорят, иди и выгребай вот эту дурь. Еще и эти деревья били. Вот чем хорош Абакан? Я кричал по это в Челябинске на этом. Прекратите белить деревья. Меня слышали люди с разных регионов. И вдруг город один назвали, какой-то из неглавных городов Челябинской области, мэр которого сказал, мы прекращаем на совещании белить деревья до выяснения, обратимся к науке, зачем белить, до выяснения обстоятельств. А у нас таких городов не тысячи. Если брать районные центры, десятки тысяч. А? И вдруг в Абакане, а я все вижу. Вот они дурью маются, но хоть деревья не побелили.
мы убираемся, потому что хотим помочь коммунальщикам, чего вы это самое? Да, столица Хакасии кардинально отличается. Вот пишет человек, мне посчастливилось побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Дагестане. Абакан выгодно от всех. Наш город зеленый, уютный, скучала по нему. А я показывал, как в Абакане, просто неудобно все показывать. Я ходил по Абакану, фотографировал, как умирают деревья. Искалечены, им двухметровые штамбы делали. А они умирают. А им двухметровые штамбы. А они, эти штамбы, акации, как бы, вариант Сибири, акации, они от самого низу. Прямо от почвы начинаются ветки. А их отрезают до 2 метров, а они умирают. Так что хвастаться рано еще Абакану. Да, как можно помочь городу, коммунальщикам, вот это вот сделал? Как? Украв у деревьев их еду. Вы же взамен-то ничего не привозите. Ни минеральные удобрения, ни органические. Но это так. Надо было отчитаться. Пожалуйста, отчитались, все. Охо-хо. Председатель совета депутата Альберт Тупитин порадовался. Дело хорошее. Наш коллектив депутатов, простые, вышли на осеннюю санитарную очистку. Нахрена нужна деревьям ваша очистка? Вы от кого чистите? От еды? Вот бы это, польза была бы хотя бы от вас. Тьфу. Мне эта трибуна нужна, чтобы это давление не, до критического не достигло. Невозможно вот это видеть все. Невозможно. Невозможно. Жить в стране дураков.